Сегодня я хотел бы вам рассказать, как посчитать, сколько вы тратите энергозатрат за сутки, за какой-то промежуток времени и за тренировку саму. Это довольно трудоемкий, и мне он показался не скучным, но долгим процессом подсчетов и вычетов. Сразу скажу, что тренировки в натурашку и с фармакологией это можно отнести как квантовая физика и общая физика. Как бы название практически одно и то же, а совсем разное молекулярное изучение физики основ, теореми, теорем. Вот то. Поехали. А я знаю, с чего начать. Начнем. Я даже не знаю, с чего начать. Покуда так просто покажу. Было пару видео в интернете, я находил, где люди пытались распределить, но у них не очень точные данные получались, и слишком большой энергозатрат за день у человека происходило. Наверное, в камеру не буду тыркать, а потом просто на компьютере покажу. То есть сейчас отсканирую. Точно, я же хотел отсканировать и... Ладно, дело в том, что у нас в сутках 1440 минут. Этот параметр изучает энергозатрат гигиена питания. Гигиенические знания и навыки являются неотъемлемой частью образования специалистов по физической культуре и спорту. Так что, когда впишите в резюме тренер, диетолог, это можно просто диетолог не писать, потому что это неотъемлемая часть спорта. Он должен знать, априори он тренер, он должен знать, как составить питание и определение суточного расхода энергии спортсменов. Таблиц тут очень много. Ну как много? Несколько таблиц, которые можно определять и подсчитать, сколько тебе надо энергозатрат в день тренировки. Или, конечно же, вы понимаете, когда в день отдыха у вас определенная калорийность рациона, когда в день тренировки совсем другая система калорийности. И все дело в том, что в зависимости от этого, что вы хотите набирать вес или скинуть вес, от этого все и строится. Забыл. Как и во всех жизненных путях, надо знать четко, что ты хочешь с тренировки, что ты хочешь от жизни и от работы. Не просто ходить на работу из-за того, что ты хочешь ходить на работу, а каких-то денег зарабатывать. Если там будешь получать $50 за месяц, то смысл туда ходить. Если нравится, то пожалуйста, ходите. А люди идут как-то менять работу, чтобы было и приятно работать и для себя, и каких-то заработать денег для будущего. Так и в спорте. В конце будет маленький бонус от адреналина. Стойтейки от бешеных тренеров. Фрей, не шуми. Начнем. Нам надо 1440 минут. Разделить? Их никак не надо разделять. Они просто расписываются. То есть надо подсчитать за 2 дня свой режим жизни за 2 дня. В день тренировки и в день отдыха. Но еще есть день, когда вы ничего не делаете, то есть выходной. Его тоже надо как бы следует рассчитать. А сейчас я найду одну вырезку. Без знаний гигиены, питания, ни тренер, ни спортсмен не сумеет правильно поставить и решить задачи спортивной подготовки. Важнейшим средством гигиены, необходимым для сохранения трудоспособности, ускорения восстановления, повышенного спортивного мастерства, является питание. В настоящее время, по мнению многих специалистов, размеры дальнейшего повышения тренировочных нагрузок практически почти исчерпаны. То есть уже все достигли пика какого-то основного, и повышение нагрузок уже не приведет к каким-то результатам. То есть уже подошли к пределу. И сейчас время фармакологии. Три бумажки, я ничего найти не могу. Вот, заранее предупреждаю, как тут написано. По-моему, тут. Хронометражно-табличный метод позволяет лишь ориентировочно определить суточные энергозатраты, поскольку в хронометраже трудно учесть полностью все виды деятельности человека, совершаемые им за сутки. Кроме того, приведенные в таблицах величины энергозатрат представляют собой усредненные значения, так как расход энергии человека при выполнении одного и того же вида деятельности может колебаться в зависимости от разных причин – состояния организма, условий труда, уровня тренированности. Однако метод позволяет определить величину суточного расхода энергии в пределах, достаточного для использования ее в практических целях оптимизации рационов питания спортсменов. Браво! Как люблю читать такие вот книжечки, это просто методички, это просто бомба. Короче, нам надо расписать полностью каждую минуту, что вы делаете. Чтобы у нас было за день по подсчетам 1440 минут. Если встали, допустим, 8 часов утра, 8:00, 8:02, пусть будет так, 2 минуты просто лежим на кровати. Ищем по записям, сколько это занимает калорийности, энергозатрат, и сбоку пишем. Итак, за 1440 минут мы это все записываем и подставляем разные циферки. Да. Итак, заполняем все 440 минут за сутки и расписываемся. И получаем вот эту цифру. Еще скажу такое. Этой записи уже, наверное, лет 8-10, так точно. В правой в колонке, вот где пятерочка умножаем на 0,281,
равняется такая-то сумма. Потом то, что в самой правой колонке, мы это все суммируем, и получается такая цифра 32 092 99, и умножаем на фактически ваш вес на данный момент, сколько вы весите. Тут я умножил на 55 килограмм, и вышло у меня, что в сутки 1811 килокалорий девушка тратит. В день тренировки это будет более сложнее, более длинное, потому что там надо записывать вплоть до того, допустим, одно упражнение выполняется 50 секунд. Так и записывать 50 секунд. 0,50 умножаем на такое-то число. Или просто ставим минуту, или полторы минуты, сколько упражнений делается, или две минуты. Подсчитать энергозатраты за сутки с учетом своего веса. Для чего итоговую сумму энергозатрат на 1 кг веса тела умножить на свой вес. К полученной величине прибавить 10, либо 15% с целью покрытия неучтенных энергозатрат, ориентируясь при этом на свой тип ВДН. Холерик, сангвиник, меланхолик, флегматик. Флагметик. Хронограмма суток в виде рабочей таблицы. Самая еще хорошая таблица — это расчет энергетического эквивалента кислорода. Но это более сложно, и она максимально приближенная к расходу энергозатрат, но это будет позже, когда-нибудь в схеме разберу. Но мы разбираем таблицу ориентировочно на суточный расход энергии хронометражно-табличным методом с помощью специальных таблиц. Еще приведу такие схемки, допустим, это более приблизительные. Допустим, после хронометража таблицы мы получили определенную цифру. Что теперь с ней делать? Под основным обменом принимают расход энергии человека в состоянии полного покоя спустя 12-14 часов после последнего приема пищи и достаточного отдыха после работы. А основной обмен указывает на количество энергии, расходуемое на поддержание основных жизненных функций, дыхание, работы, сердечно-сосудистой системы, выделительной системы и так далее. Основной обмен у женщин на 15-20% ниже, чем у мужчин. У детей относительно выше, чем у взрослых, при расчете на единицу веса тела. В пожилом возрасте на 10-15% ниже, чем в молодом. В среднем величина основного обмена у взрослого человека составляет приблизительно 1 большую калорию на 1 кг веса тела. Повышение обмена энергии, вызываемое приемом пищи, называется специфическим динамическим действием пищевых веществ. Прием пищи вызывает увеличение основного обмена в результате повышения деятельности желез пищеварительного тракта и работы скелетной мускулатуры. На повышение обмена оказывает также влияние характера компонентов пищи. Наибольшее увеличение обмена наблюдается при приеме белков на 30-40%, меньше при приеме углеводов и еще меньше жиров. Я вообще ничего не понял, что я тут прочитал. Ну ладно. То, что мы получим данные после хронометража таблицы, какую-то цифру, ее можно будет сопоставить, допустим, с тремя таблицами калорийности, сколько человеку надо за сутки. Тогда у нас расчеты практически... Хронометражная таблица подсчетов энергозатрат за день, сколько вы сделали, максимально приближена правде. И ее можно использовать, как и написано в учебнике. Учебники врать не будут. Потом надо посчитать нам второй день, в день тренировки. Все то же самое записываем. Подготовка к тренировке, сборка сумки, сборка еды. Каждую мелочь... Это довольно долгая тема, так как все распределились, но я попробую сейчас дать вкратце, какие-то у кого-то, если возникнут тут когда-то вопросы, кто-то что-то мне напишет в комментарии, даже ничего себе, бам! Тогда я дополню какими-то новыми там еще записями с моих тетрадей и дополню информацию, которой не хватает, потому что я хотел сделать такой-то текст, подготовиться, но очень тяжело это все сопоставить, я решил просто на ходу делать что-то, вспоминать, а потом это кусочками сложу. Так что смотрим дальше. В день тренировки калорийность, сколько потрачено за тренировку, надо секундомером. Сколько секунд отдыхаете между подходами, и это все записывать. Очень будет такая сложная работа, но кто хочет заморочиться, тот попробует. И результат, я думаю, вам понравится, и вы теперь будете знать, сколько вы за тренировку съедаете калорий. И сколько вам надо съесть или пополнить калорий, чтобы, допустим, восполнить запас и стать больше. То есть, соответственно, добавить в рацион каких-то белков и углеводов, увеличить. Как Рич Пьяный говорил, если нет роста, значит мало жрете. А не то, что, как я там видел видеоролик, там тренировка 120 минут и такой-то коэффициент. Идет коэффициент на секунды по энергозатратам, а там аж 120 минут, там такие погрешности. И вышло у него за 4 с чем-то тысячи калорий. Он потратил за сутки, да такого быть не может, с учетом тренировки. Это тяжелоатлетическая тренировка должна быть, и плюс еще бегать пару часов. Думаю, шашлычком запахло, это у меня курица варилась и уже в кастрюле жариться начало. Вот, получается, спорт делится на два вида, на туражку и на фармашке. На фарме это совсем другая физика. Фармакология, это, можно сказать, квантовая физика, а в натуражку
Это просто физика, общая физика. Так что все эти таблицы практически можно подстроить под фармакологию, но это очень тяжело, потому что там обмен веществ увеличится в 5-10 раз, и можно тренироваться не по схеме, просто так вот лупить, набирать вес, все жрать подряд, все, что видишь, чтобы набрать вес, а потом это худеть, сгонять. Там как бы таковой схемы тренировок нет. Можно что-то подобрать, сделать, но там результат зависит от хорошего качественного питания, сна и хорошей фармакологии. Все на этом. Скину такие таблицы, кому они надо будут. Тут все написано. То есть ищите свой вид деятельности, что сделали за определенный промежуток времени, и подставляете эти данные, то есть сбоку, как бы, потом на них умножать надо будет. Если этого вида деятельности нету в плане спорта или жизненного какого-то цикла, ищите что-то более подходящее. То, что вам кажется, то, что подходит под это. Тут практически все есть. Тут даже учитывать надо по залу, если ты минуту отдыхаешь, и писать минута ходьбы, просто ходьба или отдых стоя. Вот примерно тренировка силовая на тренажерах, это можно отнести сюда, и тяжелоатлетика, она практически на одном уровне. Уже логически можно додумать, допустим, тренировка круговая есть, тренировка силовая на тренажерах и тяжелоатлетика. Она в пределах 0000 до 0600. Приседания можно отнести к тяжелой атлетике, становую тягу тоже можно отнести к тяжелой атлетике. Подтягивание – это тренировка силовая на тренажерах. А теперь вынос мозга от адреналиновских тренеров, который пишет вопрос-ответ в Инстаграме. Вопрос достаточно прост, отвечает Alconovic Fitness. В перерыве между подходами желательно двигаться. Когда вы не двигаетесь, происходит застой крови. Она двигается намного медленнее. Это сказывается на работе сердечно-сосудистой системы и на общем восстановлении организма не в положительную сторону. Ну конечно же, она не будет в положительную сторону влиять. Я ничего не буду говорить, просто что такое застой крови, можете посмотреть просто даже в Википедии, просто в Яндексе набрать, где угодно наберите и посмотрите, что такое застой крови. Всем пока!